Казанском федеральном университете реализуется проект по цифровизации музейных коллекций. В 2018 году была закуплена система учета музейных предметов КАМИС, благодаря которому будут создаваться виртуальные выставки музейных предметов из собрания музеев Казанского федерального университета. Также с начала года, благодаря выпускникам Химического института имени Бутлерова, которые подарили музеям КФУ профессиональные фото и осветительное оборудование, проводится создание 3D-моделей музейных предметов. Специалист по учету музейных предметов Юлия Солот создает модели гипсовых геометрических фигур музея имени Лобачевского с помощью технологии фотограмметрии. Это такая технология путем создания 3D-моделей с помощью снимков фотографий реального времени, реальных предметов. Данная технология происходит путем триангуляции, когда берутся конкретные точки предмета и проецируются, помещаются в определенную проекцию, в определенную плоскость, определяется ее ориентация, и далее в программе уже обрабатывается. Компьютерное зрение может сопоставить конкретную точку объекта и определить ее положение в пространстве, если данная точка присутствует на трех и более фотографиях. Первое, что необходимо сделать перед съемкой объекта, понять, какое количество света отражается от скульптуры, местоположение самого объекта съемки, не отражают ли свой цвет на модель какие-либо другие поверхности. Уже исходя из ситуации, следует подбирать необходимое сопутствующее оборудование. Амир Ахтямов, Фарид Захидоглы, Универньюз.